Дорогие земляки, дорогие жители городов и Кировской Апатитов, я действительно от всей души хочу поздравить вас с волшебным праздником, который всех нас возвращает в детство. Наверное, и взрослые, и дети, взрослые, может быть, даже больше, чем дети, ждут чуда. И мы верим в то, что вот с этим последним ударом куранта все-таки что-то свершится во Вселенной, и все наши самые сокровенные желания будут исполнены. Я вам от души этого желаю. Будьте здоровы и счастливы. Берегите друг друга. С праздником!